Свое столетие Екатерина Григорьевна Евдокимова встретила в кругу семьи. Родственники, дети и внуки пришли поздравить ветерана Великой Отечественной войны. С праздничным концертом прямо во дворе у долгожительницы выступил казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь». Культура должна идти в сердца не только с большой сцены, не только со сцены, где присутствует рампа, а прежде всего вот в таких местах, во дворах, на улице, там, где можно ее донести непосредственно человеку в сердце. И именно такого рода выступления приносят артистам необычайное удовлетворение, что они не зря делают свою работу. Представители администрации Ставрополя также присоединились к торжеству. Они передали Екатерине Григорьевне поздравления главы города и вручили подарки. Конечно, таких людей надо беречь и делать каждый день праздник вокруг них, потому что это те люди, которые сделали победу, которые завоевали нам спокойствие. И мы, конечно, делаем то малое, что мы можем им дать, и говорим им спасибо. Конечно, всегда администрация города Ставрополя заботится о своих горожанах. В Ставрополе сложилась хорошая традиция поздравлять ветеранов не только с 9 мая, но и с днем рождения. Если юбиляр чувствует себя хорошо и близкие родственники соглашаются организовать поздравления прямо дома, артисты города всегда готовы дать персональный концерт. Анна Куликова, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.